Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать в преддверии Нового года, как связать вот такую замечательную хрюшку, символ 2019 года. Я вам покажу, как связать основку, как связать плащик. Вы же по желанию сможете украсить на свой вкус. Это, к примеру, может быть не только вязаный плащик, а, допустим, какая-то красивая ажурная фатиновая юбочка, либо же юбочка из органзы, вот какие-то бантики, ленточки. То есть это вы уже сможете сделать на свой вкус. Я сделала глазки. Это обычные бусинки 5 мм диаметром, но, честно говоря, я бы взяла поменьше размером глазки, либо же полубусины безопасные. Вот. Но, честно говоря, нужного диаметра я не нашла, поэтому уже оставила, скажем так, с такими глазками. В принципе, смотрится достаточно хорошо. Также такую хрюшку можно повесить на елочку, как обычную игрушечку. На елочку. Вот также вы сможете прикрепить какие-то различные держачки, как брелочек, то есть подцепить на рюкзачок ребенку, либо же, к примеру, на бутылочку шампанского при подарочке на Новый год. То есть здесь уже вы включаете свою фантазию и смотрите, куда вы можете применить вот такую вот хрюшку. Вяжется она достаточно легко, быстро и просто. Затрата по минимуму материала, скажем так, по минимуму времени, и вот такой замечательный символ 2019 года у вас будет готов. Кому понравилось, лайкайте и приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать чистую хлопковую пряжу фирмы Alize серия Bella. Здесь 180 метров в 50 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Для основы свинки я буду использовать номер 32. Это нежно-розовый цвет. Немножечко нам понадобится черного либо темно-коричневого цвета для начала вывязывания лапок. И также нам понадобится ниточка красного цвета для тех, кто хочет связать плащик. Всю пряжу я использовала абсолютно одинаковую и одной фирмы. Также буду вязать крючком 1,75. Можете любой взять, в принципе, и двоечка. Я думаю, под эту пряжу хорошо подойдет. Главное, смотрите, чтобы у вас было плотное вязание и не вытаскивался наполнитель. Наполнитель я буду использовать холофайбер. Также нам понадобятся ножнички и иголочка для сшивания деталей. Начнем мы вязание с головы, поэтому берем ниточку нежно-розового цвета и делаем начальную петелечку. Кольцо амигуруми. Обхватываем указательный палец ниточкой. Затем ныряем вот такую вот петельку под пальчик. И вот так вот делаем первую закрепительную петельку, захватывая рабочую ниточку. Закрепили петельку, и теперь в кольцо образовавшееся нам нужно набрать 6 столбиков без накида. Для этого вводим крючок под колечко и вяжем первый столбик. Далее сюда же второй столбик. Третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко для того, чтобы не оказалось там вот снизу внутри колечка дырочки. Теперь берем, находим шестую петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или первую петельку над столбиком первым без накида, который мы провязывали в колечко. И вводим крючок. Далее на эту петельку накладываем хвостик ниточки и будем параллельно вязание второго ряда завязывать вот этот хвостик, чтобы нам не пришлось прятать краешек ниточки после того, как закончим вязание. И вяжем в первый столбик предыдущего ряда или в шестую петельку от крючка первый столбик без накида. Далее сюда же вяжем второй столбик без накида в эту же петельку. Далее следующую петельку находим и точно так же вяжем 2 столбика без накида. Следующую петельку в третью также вяжем 2 столбика без накида. И в каждую последующую из 3 петелек оставшихся мы вяжем по 2 столбика без накида. То есть делаем в каждую петельку прибавление до конца этого ряда. Точно так же в пятую петельку вяжем 2 столбика. И в последнюю петельку ряда, шестую, вяжем 2 столбика без накида. Таким образом, мы завязали ниточку. В конце второго ряда у нас оказалось по краю, если посмотрите на боковую стеночку, связано 12 столбиков без накида. То есть каждую из 6 столбиков, первоначально набранных колечком амигуруми, мы провязали по прибавлению. То есть по 2 столбика без накида. Далее отмечаем начало следующего ряда. Я предлагаю вам вот этот хвостик, он у нас уже завязан. Куда он не денется, просто вытащить начало ряда.
То есть он нам отметит начало третьего ряда. В третьем ряду мы будем чередовать, провязывая то столбик без накида, то делать прибавление. Первую петельку после того, как вытащили ниточку, вяжем 1 столбик без накида. В следующую петельку вяжем 2 столбика без накида. Снова в третью петельку столбик, в четвертую петельку 2 столбика. И так продолжаем чередовать до конца ряда столбик, 2 столбика, столбик, 2 столбика. Довязав до конца третий ряд, мы добавили еще 6 столбиков без накида в этом ряду. Теперь у нас по кругу провязано 18 столбиков без накида. Вот эту ниточку, которую мы вытащили в начале работы, можем отрезать. Она у нас уже завязана и не нужна. Теперь можете взять эту же ниточку, которую только что отрезали, либо ниточку контрастного цвета и использовать ее как маркер. В дальнейшем мы будем отмечать начало-конец ряда вот этой ниточкой. То есть сейчас у нас начало четвертого ряда, поэтому я ставлю вот так вот ниточку, как перегородочку между последней и первой петелькой. И продолжаю вязать четвертый ряд. В четвертом ряду мы будем вязать, чередуя один столбик без накида, делать прибавление в каждую вторую петельку и третью провязывать также столбиком без накида. То есть отсчитываем. В первую петельку вяжем один столбик без накида. Следующую петельку вяжем прибавление, то есть 2 столбика без накида. И в третью петельку вяжем 1 столбик. То есть это как бы раппорт узора. Повторяем. В первую петельку 1 столбик. Во вторую петельку делаем прибавление 2 столбика вяжем. И в третью петельку вяжем 1 столбик. Связали второй раппорт. Снова повторяем. 1 столбик. В следующую петельку прибавление 2 столбика в одну петлю. И третью петельку вяжем просто столбик без накида. Еще раз повторяем столбик. Далее 2 столбика прибавления в одну петлю. И в третью петельку столбик. Столбик. В следующую петельку 2 столбика без накида прибавления в одну петлю. И далее снова столбик без накида. И последний раз столбик. 2 столбика в одну петлю прибавления. И в последнюю петельку ряда 1 столбик. И мы дошли до нашей отметочки ниточки до конца ряда. Теперь берем, вытаскиваем эту ниточку и ставим в начало пятого ряда. В пятом ряду мы будем чередовать, провязывая 3 раза по столбику без накида в каждую из первых 3 петелек. Далее будем в каждую четвертую петлю делать прибавление, то есть провязывать 2 столбика без накида в каждую петельку. Итак, вяжем первый столбик в первую петельку, во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий столбик, а в четвертую петлю вяжем прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю. 1 и сюда же второй столбик. Повторяем. 3 раза по столбику. 1, 2, 3. И в четвертую петельку вяжем прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так вот чередуем до конца ряда. 3 столбика, прибавление, 3 столбика, прибавление. И в конце пятого ряда у нас по кругу окажется 30 столбиков без накида. Довязали до конца пятый ряд и переносим нашу ниточку в начало шестого ряда. Снова ставим перепоночку нашу между пятым и шестым рядом. И в шестом ряду мы сейчас будем чередовать 2 столбика без накида по столбику в каждую петельку из двух первых. Затем делать третью петлю прибавления 2 столбика без накида в одну петлю. И снова по столбику в конце. То есть мы сначала вяжем, получается, в первую петельку столбик. Во вторую петельку второй столбик. Затем в третью петельку делаем прибавление, это 2 столбика без накида в одну петлю. И затем снова столбик, второй столбик в следующую петлю. То есть вот это раппорт узора мы будем повторять до конца шестого ряда. Столбик, следующую петелечку второй столбик, следующую петелечку 2 столбика без накида в одну петлю, то есть прибавление. И снова столбик. И в следующую петельку второй столбик. То есть как бы по 2 столбика с каждой стороны прибавление. Вот так вот чередуем до конца этого ряда. Столбик 1, столбик 2. В третью петельку прибавление. В четвертую петельку столбик. И в пятую петельку второй столбик с другой стороны. В конце шестого ряда у нас
Сейчас провязано 36 столбиков по кругу. Теперь переносим маркер в начало 7 ряда, отмечаем. И теперь будем чередовать 5 столбиков, каждую петельку по столбику 5 раз и в шестую каждую петельку ряда. В каждую шестую будем делать прибавление, то есть по 2 столбика без накида в каждую шестую петлю. Итак, в первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий, далее четвертый и пятый. А в шестую петельку вяжем прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю. Вот так вот будем повторять, чередуя 5 столбиков прибавления до конца ряда. Первый столбик, следующую петлю второй, следующую петлю третий, следующую четвертый и в следующую пятый. А в шестую петельку ряда будем вязать прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Тем самым в конце 7 ряда у нас добавится еще 6 петелек, поэтому в конце 7 ряда будет по кругу провязано 42 столбика без накида. Довязали до конца 7 ряд, и теперь наши образовавшиеся 42 столбика без накида нам нужно провязать без изменения 4 ряда, то есть 8, 9, 10 и 11 ряд. 4 ряда по 42 столбика без накида по кругу. То есть отмечаем начало 8 ряда и в каждую петельку предыдущего ряда связанного столбика вяжем просто по столбику без накида 4 ряда. Первую петельку первый столбик, далее во вторую второй, третью третий и так далее. То есть без каких-либо прибавлений мы будем вязать по кругу наши столбики. Это мы с вами начали первый ряд. Вы самостоятельно свяжете второй, третий и четвертый ряд. 4 ряда связано, и теперь переносим маркер в начало 12 ряда. В 12 ряду мы будем добавлять, скажем так, петельки для того, чтобы сделать как бы такое вот небольшое увеличение для счетчик. То есть мы сейчас провязываем от начала ряда 8 столбиков без накида в каждую из 8 первых петелек ряда по одному столбику. Первую петельку первый столбик, далее вторую второй столбик, третью петельку столбик, четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую. Связали 8 столбиков, далее делаем 2 прибавления подряд, то есть в каждую из двух последующих петелек вяжем по 2 столбика без накида. Итак, в первую петельку 2 столбика, то есть в девятую петлю ряда, и в десятую петлю ряда 2 столбика без накида. Теперь нам нужно прочередовать, провязать 7 раз, сделать прибавление 2 столбика, прибавление 2 столбика, вот так 7 раз. То есть мы, получается, сейчас начинаем вязать третье прибавление, 2 столбика без накида в одну петлю сразу же здесь, то есть получается 3 прибавления подряд. А далее чередуем 2 столбика без накида в одну петельку столбик и во вторую петельку по одному столбику. Это первый раз мы сделали, получается, 2 столбика прибавления и по столбику 2 раза. Затем повторяем прибавление в одну петельку 2 столбика и по столбику 2 раза 1 раз, следующую петельку 2 раз. Это 2 раза мы связали прибавление 2 столбика, прибавление 2 столбика. Далее снова третий раз прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и по столбику 1 и 2 раз. Это 3 раза. Четвертый раз делаем прибавление 2 столбика. 1, 2. Пятый раз делаем прибавление 2 столбика. Прибавление и столбик раз, столбик второй раз. Далее шестой раз так делаем прибавление 2 столбика. 1 столбик и 2 столбик. И последний седьмой раз это прибавление в одну петельку и по столбику 2 раза. Так, прибавление сделали. И следующие 2 петельки по одному столбику. Связали 7 раз прибавление по 2 столбика. Далее делаем подряд 3 прибавления, то есть в каждую из последующих 3 петелек вяжем по 2 столбика без накида, как мы сделали вот здесь. Прибавление, прибавление, прибавление. Точно так же и с другой стороны симметрично добавляем вторую щечку.
прибавление делаем в первую петельку, во вторую петельку прибавление, то есть 2 столбика без накида в одну петлю, и в третью петельку прибавление. Связали 3 прибавления подряд, и до конца ряда у нас остается 8 петелек, то есть в каждую из петелек вяжем по одному столбику. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И мы должны дойти до нашего маркера начала, то есть получается 13 следующего ряда. То есть что мы связали? Мы связали в начале ряда в каждую петельку по столбику 8 раз. Затем связали 2 подряд прибавления. Затем прибавление 2 столбика связали 7 раз. Затем симметрично второй стороне связали 3 прибавления подряд. И до конца ряда довязали 8 столбиков, как вязали в начале ряда. То есть вот это наша, как бы получается, затылочная часть головы. То есть здесь у нас щечки по обеим сторонам и расширилась передняя сторона. Теперь отмечаем, переносим маркер в начало 13 ряда. И нам сейчас 6 рядочков нужно связать, образовавшиеся уже с прибавлениями 54 столбика по кругу. То есть 13, 14, 15, 16, 17 и 18 ряд. 6 рядочков нужно связать 54 столбика без накида, то есть в каждую петлю по столбику. 6 рядочков. Начинаем с первой петельки, вяжем сюда первый столбик. Далее в следующую петельку второй столбик и так далее. Связав первый ряд 54 столбика по кругу, нам нужно будет довязать еще такие же 5 рядочков. Связали без изменения и теперь переносим нашу ниточку маркер в начало 19 ряда. В 19 ряду мы начинаем делать убавление для того, чтобы суживать, как бы заканчивать нашу голову. Сейчас мы будем чередовать 2 столбика без накида в первые 2 петельки по столбику, затем делать убавление и снова повторять 2 столбика с другой стороны. Вот так мы будем чередовать до конца этого ряда. Начинаем вязать в первую петельку первый столбик без накида. Далее в следующую петельку второй столбик без накида и делаем убавление. Как я буду делать убавление? Мы видим вот так вот, если поставим ребром вязания, вот такую косичку. Вот за ближайшие стеночки двух петелек, вот так вот полупетли захватываем одного столбика второго предыдущего ряда. И далее сквозь эти две полупетельки вяжем обычный столбик без накида. То есть пропускаем сквозь них рабочую ниточку, у нас на крючке 2 петли. И сквозь 2 петельки вяжем снова рабочую ниточку, пропускаем. Вот так я буду делать убавление. Хотите, можете делать 2 полустолбика без накида с общей вершиной. Вот, теперь с другой стороны вяжем точно такие же 2 столбика без накида. Первый столбик и в следующую петельку второй столбик. Так мы связали первый раз, и нам нужно чередовать до конца ряда. Первый столбик, второй, повторяем. Затем делаем убавление по центру. Вот так вот за передние полупетли я захватываю предыдущего ряда столбики и вяжу столбик без накида. Далее с другой стороны мы вяжем точно так же 2 столбика. Связали второй раз. Вот так нам нужно еще связать 7 раз. То есть 2 столбика без накида подряд в первую петельку, вторую. Затем делаем убавление. И с другой стороны вяжем еще такие же 2 столбика. Довязали до конца 19 ряд, и у нас по кругу сейчас сократились петельки. В конце 19 ряда у нас должно получиться провязанных 45 столбиков вместе с убавлениями. Далее переносим нашу ниточку в начало 20 ряда и также продолжаем делать убавления. Но сейчас мы будем чередовать, провязывая подряд 3 столбика без накида, и тогда 4 и 5 провязывать вместе, то есть делать убавление. Итак, в первую петельку вяжем первый столбик. Затем во вторую петельку второй столбик, в третью петельку третий столбик, а четвертую, пятую вот здесь вот полупетельку захватываем и вяжем сквозь эти две полупетельки такой же столбик без накида. То есть провязываем как бы четвертую, пятую петельку столбика предыдущего ряда вместе. Сделали убавление и повторяем. 3 столбика убавления, 3 столбика убавления. Мы сейчас сделали с вами 3 столбика убавления, я заканчиваю второй раз.
И точно так же продолжаем еще 7 раз. То есть убавляем. В этом ряду также продолжаем петельки, но считываем провязывание 3 столбика, убавление, 3 столбика, убавление. И в конце 20 ряда у нас должно получиться по кругу 36 столбиков без накида. Довязав 20 ряд, переносим ниточку в начало 21 ряда и продолжаем делать убавление. Сейчас мы будем провязывать первую петельку 1 столбик, затем вторую и третью провязывать вместе одной петелькой, то есть делать убавление. И в четвертую петлю снова вязать столбик. Вот так будем чередовать до конца 21 ряда, тем самым убавляя снова петельки. Первую петельку вяжем столбик. Далее делаем убавление. Две полупетельки следующих двух столбиков я беру и вяжу, провязываю вместе. И далее снова с другой стороны после убавления 1 столбик без накида. Повторяем 1 столбик без накида. Затем делаем убавление. И с другой стороны довязываем еще один столбик без накида. Вот так чередуем до самого конца. Столбик без накида, убавление. И с другой стороны столбик без накида. Провязав до конца 21 ряд, переносим ниточку на начало 22 ряда. 22 ряд у нас очень простой. Мы продолжаем делать убавление, чередуя, провязывая то столбик без накида, то делать убавление. То есть провязываем в первую петельку после нашей ниточки 1 столбик. Далее вторую полупетельку и третью полупетельку захватываем и вяжем столбик без накида с убавлением. То есть мы будем чередовать столбик убавления. Далее в следующую петельку, уже четвертую от начала, вяжем столбик. Далее 2 полупетельки захватываем следующих петель и вяжем убавление. Вот так мы чередуем до конца этого ряда. То столбик, то убавление, то столбик, то убавление. До тех пор, пока у нас по кругу не останется всего лишь 12 провязанных столбиков без накида вместе с убавлениями. Провязав пол ряда всего нашего, получается, 22 по счету ряда, я предлагаю вам вот так вот расправить вязание и начинать его наполнять, то есть наполнять нашу голову вот так вот и хорошо, плотненько, для того, чтобы, скажем так, ей придать нужную форму. Как вы видите, у нас начало было такое вот более уменьшенное, затем у нас расширились, скажем так, щечки, и вот сейчас идет уменьшение петелек, то есть как бы оканчиваем уже оканчиваем нашу голову. Вот, сейчас мы делаем хорошо, скажем так, форму голове, хорошо наполняем, распределяя наш наполнитель полностью по боковым стеночкам, то есть наполняем, наполняем. Я даже буду, скажем так, наполнять не только вот так вот пальчиком, а и буду помогать ножницами. То есть, когда мы наполним уже, скажем так, пальчиком максимально плотненько, я буду еще расправлять вот так вот ножничками по боковым стеночкам наполнитель. В общем, наполняем нашу голову и будем дальше продолжать делать убавление, закрывая полностью отверстие петелек. Наполнили голову и теперь продолжаем делать убавление. Для этого я обратно возвращаю крючок в работу и дальше продолжаю чередовать после убавления то столбик, то убавление до тех пор, пока не дойду до нашей отметочки маркера, то есть нашей контрастной ниточки. Так и продолжаю вязать столбик, убавление. Дойдя до маркера, я его вытащила и еще слегка наполнила отверстие. То есть максимально делайте наполнение вот этих боковых наших расширений, для того, чтобы держали они форму. Но при этом старайтесь не набивать так, чтобы было каменно. Оно должно быть, скажем так, мягко, но упруго. И дальше продолжаем делать убавления, чередовать со столбиками до тех пор, пока у нас по окружности не останется всего лишь 12 столбиков или 12 петелек. То есть я продолжаю после маркера чередовать столбик, убавление, уже без, как вы видите, маркера. То есть в принципе здесь он нам не нужен. Вот столбик, убавление, чередуем до 12 столбиков по окружности. Хотите, можете считать, хотите, можете для себя отметить, где это, чтобы вы остановились. Ну, я буду вот так вот делать убавление и параллельно смотреть. То есть я сделав буквально вот чередование 3 раза, я сейчас посчитаю, сколько у меня столбиков. Для тех, кто не знает, как посчитать, я вам сейчас расскажу. Вот, итак, я сделала последний
для себя пока столбик и убавление. И поворачивая вот так вот боковой стеночкой. Вот она на крючке у нас была петелечка. Мы ее в счет не берем, а берем вот эту после нее. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. То есть мне сейчас нужно будет еще убрать 3 петельки. Я чередую. Столбик убавления делаю первый раз. То есть я убрала первую петельку. Столбик убавления делаю второй раз. Убираю вторую петельку. И столбик убавления третий раз. То есть мне нужно было убрать 3 петли. Поэтому я делаю столбик убавления, чередуя 3 раза. Вот так. Теперь еще раз пересчитаю я для себя, чтобы мне было удобно в дальнейшем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. У меня 12 столбиков провязанных по кругу. Сейчас я предлагаю вам в последний раз наполнить наше отверстие. Либо же я, в принципе, здесь хорошо наполнила. Я сейчас провяжу несколько убавлений подряд и лишь после этого наполню. Либо сейчас нам нужно вот эти 12 столбиков провязать попарно, делая убавления сразу же. То есть мы не чередуем столбик убавления, а попарно у нас 12 хорошо делится на 2, получается 6 раз. То есть мы сразу же начинаем с первой и второй петельки, захватывая полупетли передние, делать убавление. Это первый раз убавление, затем второй раз делаем убавление. Вот так вот захватываем. Я подтягиваю всегда последние наши столбики убавлений для того, чтобы не было, скажем так, растянутые петли. Вот, третий раз убавление я делаю, четвертый. Вот так вот. Пока сейчас будет вам тяжело, потому что я еще плюс затягиваю петли. Мне как бы немножечко сложнее. Затем пятое убавление. И последнее, шестое убавление. То есть у нас по кругу должно остаться после 6 убавлений всего лишь 6 петелек или 6 столбиков предыдущего ряда. Вот так. Сделав 6 убавлений, можете пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, у меня осталось 6 петель. И через вот это отверстие, не пугайтесь, что оно такое маленькое, но я буду делать, продолжать наполнение. Мне буквально нужно немножечко здесь протащить наполнителя для того, чтобы не было пустое, скажем так, вот это отверстие. То есть здесь я наполнила хорошо, а у меня вот здесь вот как бы небольшая такая пустота. И я беру свои волшебные ножнички и продолжаю вот так вот ими наполнять, разгоняя по боковым сторонам наполнитель. Если вам кажется, что это сложно, распустите пару убавлений назад. Вот, и продолжайте наполнять. Если же вы считаете, что вы достаточно хорошо наполнили ваше отверстие, то мы сейчас будем делать закрытие. Поэтому отрезаем ниточку длиной где-то порядка 20 сантиметров, та, которая у нас рабочая, и вдеваем ниточку в иголочку. Для этого я привытаскиваю петельку, как я вам уже сказала, на расстояние где-то 20, можете даже 25 сантиметров, в принципе. Здесь роли большой не сыграет. Рабочую нить вытаскиваем, и у вас остается вот такой вот хвостик с головой. Вдеваем эту ниточку в иголочку и начинаем закрывать отверстие, которое мы только что продолжали наполнять. Вот это. Для этого находим полупетли, за которые мы делали убавление. И вот так вот подхватываем эту полупетельку. Я начну с первой. Хорошо подтянули ниточку. Затем я следующую пропускаю. А в третью полупетельку вот так вот ввожу иголочку. И снова подтягиваю. Снова одну пропускаю. И в следующую протягиваю. И посмотрите, мы затянули наше отверстие. Теперь можете вот эту вот иголочку продеть вот так вот в бок буквально на пару рядочков. И не спешите отрезать. Просто вытаскиваете иголочку с ниточки и откладываете вот эту детальку в сторону. Это наша голова. Посмотрите, если вы присмотритесь, то у нас здесь есть ровная часть, это затылочная часть. Есть вот такие вот, скажем так, выпуклые части. Это у нас передняя сторона, щечки. Вот, то есть ровная. Вот она у нас грушеобразная. Вот эта грушеобразная, это и есть перед.
Все, откладываем, наша голова готова в сторону и начинаем вязать тело. Для этого берем ниточку, которую только что отрезали, и начинаем все сначала. Для туловища точно так же делаем кольцо амигуруми вокруг пальчика и в него набираем 6 столбиков без накида. Сначала делаем начальную закрепительную петельку и затем в колечко набираем 6 столбиков. Первый столбик без накида, второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку на крючке и стягиваем колечко до тех пор, пока у нас вот здесь вот не будет, скажем так, дырочки по центру. И теперь начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас похож на ряд, который мы вязали в голове. Это прибавление, то есть в каждую из 6 петелек, набранных в колечко, мы будем делать по 2 столбика без накида. Находим первую петельку, вот она у нас хорошо видна, либо отсчитываем от крючка 6-ю петлю. Делаем сюда столбик без накида. Параллельно я буду ввязывать вот этот хвостик, буквально в несколько петелек. И вяжем столбик без накида в первую петлю. Затем сюда же, в эту же петельку, вяжем второй столбик. То есть мы связали в первую петельку прибавлением. Затем находим следующую петельку. В нее точно так же делаем прибавление. То есть провязываем первый столбик сюда и второй. Далее в третью петельку вяжем 2 столбика без накида, точно так же делаем прибавление. В четвертую петельку делаем прибавление, первый столбик и сюда же второй. В пятую петельку делаем прибавление, первый столбик и сюда же второй. И в последнюю шестую петельку мы делаем прибавление, первый столбик и сюда же второй столбик. Далее в третьем ряду нам нужно будет делать прибавление, чередуя то столбик, то прибавление. То есть каждую вторую петлю мы будем делать прибавление, провязывать по 2 столбика без накида. Итак, в первую петельку вяжем 1 столбик без накида, во вторую петельку 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Это первый раз. Далее в третью петельку делаем столбик, в четвертую делаем прибавление. Это второй мы раз провязали чередование. Далее вяжем столбик прибавления третий раз, столбик прибавления четвертый раз, столбик прибавления пятый раз. Прибавление — это провязывание 2 столбика в одну петлю. И столбик прибавления шестой раз, последний раз в этом ряду. И по кругу после провязывания третьего ряда у нас должно получиться провязанных 18 столбиков без накида вместе с прибавлениями. Затем точно так же мы можем взять ниточку контрастного цвета, в данном случае, так как вы видите, у меня черненькая, и отмечаем начало уже по счету от начала четвертого ряда. Я ставлю вот так вот начало ряда ниточку. И нам нужно четвертый ряд провязать просто в каждую петельку по столбику. То есть нам нужно провязать по кругу 18 столбиков без накида. Находим первую петельку, вяжем в нее первый столбик. Далее в следующую второй столбик. В следующую петлю третий столбик. В следующую петлю четвертый столбик. Пятый и так далее. То есть пока мы не провяжем в каждую петельку по одному столбику. И так как мы отметили начало ряда, то нам просто нужно довязать до ниточки каждую петельку по одному столбику. Дойдя до конца ряда, связали 18 столбиков по кругу. Теперь вытаскиваем наш маркер. И для удобства я предлагаю вам вот эту ниточку, она у меня уже вязаная, отрезать. Если она у вас еще не вязаная, то просто зафиксируйте ее с внутренней стороны и отрежьте. То есть нам, чтобы ничего не мешало. При вязании четвертого ряда мы просто уравняли наше прибавление. Теперь в пятом ряду мы продолжаем делать прибавление. Для этого ставим снова в начало ряда отметочку. И в пятом ряду мы будем провязывать подряд, чередуя 7 столбиков без накида в каждую из 7 петелек предыдущего ряда по столбику, а затем делать 2 подряд прибавления. И так мы свяжем 2 раза, то есть мы добавим всего лишь 4 петли в пятом ряду. Начинаем с первой петельки отсчитывать 7 столбиков без накида. В первую петельку первый столбик, далее в следующую второй столбик, в следующую третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее в восьмую и девятую петельку мы делаем по 2 столбика без накида, то есть делаем прибавление. Итак, в восьмую петельку делаем первый столбик, сюда же второй,
И в девятую петельку делаем первый столбик и сюда же второй. Связали первый раз и точно так же повторим второй раз. Подряд вяжем 7 столбиков без накида. Первый столбик в следующую петельку, второй столбик в следующую петельку, третий, в следующую четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее у нас остается до конца ряда 2 петельки и делаем в каждую из них прибавление, то есть 2 столбика без накида в первую петлю и 2 столбика без накида во вторую петлю. Мы добавили 4 петли. Теперь переносим маркер в начало 6 ряда. И в 6 ряду мы эти 22 петельки, то есть 18 плюс 4 мы добавили, мы провяжем просто по одному столбику в каждую петельку. Начиная с первой петли, вяжем над первой петелькой первый столбик, далее на следующий второй столбик, третий и так далее. То есть пока не провяжем все 22 столбика в этом ряду, то есть от маркера до маркера. Довязали до конца 6 ряд, переносим маркер в начало 7 ряда. И снова продолжаем делать убавления. Но убавления мы будем уже чередовать чуть-чуть по-другому. Мы провяжем в каждую из 8 первых петелек по столбику, затем сделаем прибавление, провяжем один столбик и снова сделаем прибавление. И так 2 раза. Начинаем отсчитывать с первой петельки 8 столбиков. В первую петельку вяжем первый столбик, далее в следующую второй столбик, в следующую третий, четвертый. Если у вас вот так вот ниточка ввязывается, вы ее поправляйте, чтобы она вам не мешала. Четвертый. Далее поворачиваем вязание. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой столбик. Далее делаем после 8 столбиков в девятую петельку прибавление. 2 столбика без накида. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее вяжем следующую петельку, 1 столбик без накида, и в следующую петлю снова делаем прибавление, 1 столбик и сюда же 2 столбик. Это мы связали половину петель. Далее мы повторим все то же самое. 8 столбиков без накида вяжем подряд, 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее у нас остается всего 3 петельки до конца ряда. Первую петельку мы вяжем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Следующую петельку во вторую мы вяжем просто 1 столбик. И в последнюю петлю ряда мы также делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Так мы с вами связали 7 ряд. Вытаскиваем наш маркер и ставим в начало 8 ряда. В 8 ряду мы провяжем каждую из образовавшихся уже 26 петелек вместе с прибавлениями по одному столбику без накида. То есть в этом ряду от маркера до маркера нам нужно связать 26 столбиков без накида. Первую петельку первый столбик, во вторую петельку второй столбик, далее третий, четвертый и так далее по кругу, каждую петельку по столбику 26 раз. Связали 26 столбиков и переносим маркер в начало 9 ряда. В 9 ряду мы свяжем 9 столбиков без накида в начале ряда. Затем сделаем прибавление, провяжем 2 столбика и снова сделаем прибавление. Отсчитываем от первой петельки 9 столбиков без накида в каждую из 9 первых петель. Первый столбик, следующую петлю второй, следующую петлю третий, четвертый. Поворачиваем вязание 5, 6, 7, 8 и 9. Связали 9 столбиков в начале ряда. Затем делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Далее вяжем мы 2 столбика подряд без накида. Подтягиваем ниточку, если у вас точно так же расслаивается. Будьте осторожны. И теперь вяжем подряд первый столбик в следующую петельку и в следующую второй столбик. И снова делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю. Точно так же нам нужно повторить еще один раз. Провязать 9 столбиков подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9. Далее делаем прибавление. У нас остается до конца ряда всего 3 петельки, поэтому вяжем в первые 2 петельки по столбику без накида, 2 раза по столбику, и в последнюю петлю ряда делаем прибавление. Вяжем 2 столбика без накида в одну петельку. Довязав до конца 9 ряд, по кругу у нас 30 столбиков, провязанных без накида вместе с прибавлениями. Переносим в 10 ряд наш маркер начала, и эти 30 столбиков нам нужно выровнять, то есть мы просто провяжем в каждую петельку по одному столбику без изменения. В первую петельку начинаем вязать первый столбик, далее следующую петельку второй столбик, следующую петелечку третий столбик и так далее, пока не свяжем по кругу все 30 столбиков. Связали 30 столбиков без накида и переносим маркер в начало 11 ряда. 11 ряд у нас будет достаточно сложный, поэтому будьте внимательны и считайте и вяжите вместе со мной. Для начала нам нужно в начале ряда отсчитать 16 петелек. Это и будут наши 16 столбиков без накида. Начиная с первой петельки ряда, мы отсчитываем первый, вяжем столбик без накида, следующую петельку второй столбик, следующую петельку третий столбик, далее четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Связали в начале ряда 16 столбиков без накида. Далее в 17 петельку ряда делаем прибавление. 2 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик и сюда же второй столбик. Далее вяжем 1 столбик без накида в следующую 18 петельку. В 19 петлю нам нужно связать прибавление 2 столбика без накида в одну петельку. Далее мы уже, получается, сделали 2 прибавления. Далее вяжем 2 столбика без накида в следующую петельку столбик и в следующую петельку столбик. То есть 2 столбика в разные петли. Затем делаем снова прибавление, то есть вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Это уже третье прибавление в этом ряду. Затем вяжем в следующую петельку 1 столбик и в следующую вяжем снова прибавление. Это четвертое прибавление в этом ряду. 2 столбика без накида в одну петлю. До конца ряда у нас остается 6 петелек. Мы довязываем просто в каждую петельку по столбику 6 столбиков без накида. Первый столбик, в следующую петлю второй столбик, в следующую петлю третий, четвертый, пятый и шестой. Добавив в этом ряду всего 4 петельки, по кругу у нас при вязании 11 ряда уже 34 столбика без накида вместе с прибавлениями. Теперь переносим маркер в начало 12 ряда. Сейчас нам эти 34 петельки нужно провязать 3 ряда, то есть 12, 13 и 14 ряд, просто по кругу. Каждую петельку вяжем по одному столбику 3 ряда. Начиная с первой петли вяжем первый столбик, далее в следующую петельку второй столбик, в следующую петельку третий столбик. И довязав до конца ряда эти столбики, вы свяжете 12 ряд, затем самостоятельно 13 и 14 ряд. Довязав 14 ряд, отмечаем начало 15 ряда. И начиная с 15 ряда мы будем делать убавление. То есть мы сейчас будем чередовать то столбики, то убавление. При этом начинаем отсчитывать от первой петельки ряда. Первый столбик без накида делаем в эту петельку и отсчитываем 7 столбиков подряд. То есть это первый столбик, следующую петельку второй столбик, следующую петельку третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Связали 7 столбиков в начале ряда, затем делаем убавление. Снова захватываем передние полупетельки двух следующих петель и вяжем столбик без накида сквозь 2 полупетли. Сделали убавление, затем отсчитываем 6 столбиков без накида и снова делаем убавление. Первый столбик после убавления, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И делаем убавление, захватываем 2 следующие полупетельки и делаем столбик без накида сквозь 2 полупетельки.
Это первый раз, мы точно так же сейчас свяжем второй раз. 7 столбиков отсчитываем после убавления. Первый столбик, в следующую петлю второй, далее третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И делаем убавление. Захватываем 2 передние полупетельки и вяжем убавлением. Затем отсчитать нам нужно 6 столбиков без накида и снова сделать убавление. То есть мы 2 раза прочередовали 7 столбиков убавления, 6 столбиков убавления. И точно так же повторяем второй раз. Сделали убавление и отсчитываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. До конца ряда у нас остается 2 петельки. Поэтому мы захватываем передние полупетли и вяжем убавление. То есть столбик без накида за 2 передние полупетельки. Вот. Довязали до конца 15 ряд и убавили наши 4 петли. То есть мы сделали 4 убавления, убавили 4 петли. По кругу у нас должно остаться 30 столбиков без накида. Переносим маркер в начало 16 ряда. И сейчас мы прочередуем, провязывая 3 столбика без накида и делая убавление. То есть из 4 каждого 5 столбика ряда мы будем делать убавление, провязывать их вместе. Отсчитываем от первой петельки 3 столбика без накида. Первую петлю первый столбик, следующую петельку второй столбик, следующую петельку третий столбик. А далее четвертую, пятую полупетельки передние захватываем и делаем убавление. То есть мы будем четвертую, пятую полупетельки провязывать убавлением, вот так вот чередуя до конца ряда. 3 столбика убавления, 3 столбика убавления. Тем самым убавим в 16 ряду еще 6. Сделая убавление, 6 петелек убавим и получится по кругу 24 провязанных столбика без накида вместе с убавлениями. Довязали до конца 16 ряд, по кругу 24 столбика. В 17 ряду мы будем продолжать делать убавление, но чередуя столбик, убавление, столбик, столбик, убавление, столбик. Поэтому находим первую петельку и вяжем в нее столбик без накида. Далее делаем из второй и третьей полупетельки убавление. За передние полупетли захватываем и вяжем столбик без накида. И с другой стороны точно так же из четвертой петли довязываем столбик без накида. Вот так вот мы будем повторять до конца ряда. Столбик. Далее делать из полупетелек двух следующих петель убавление. И с другой стороны довязывать еще один столбик. При провязывании этого 17 ряда в конце ряда у нас должно остаться 18 столбиков без накида. А так продолжаем чередовать столбик убавления столбик до конца ряда. Довязали до конца 17 ряд, я привытаскиваю крайнюю петельку и убираю маркер. Сейчас в образовавшееся отверстие я буду делать наполнение туловища. Не пугайтесь, что туловище у нас меньше, чем голова по размерам, все так и должно быть. Сейчас я делаю наполнение точно так же, как и в голове. Делаю максимально, скажем так, но в то же время, чтобы оно было не бетонно, а мягко и упруго одновременно. То есть оно должно быть такое вот, скажем так, нежная, мягкая. Вот. Там, где у нас, посмотрите, вот эта выпуклая часть, это животик. Поэтому точно так же одна сторона ровная спинка, другая сторона животик. Вот там, где животик, нам нужно точно так же наполнение делать, скажем так, по сторонам, чтобы оно было, скажем, красиво и держало форму. То есть по сравнению с головой, если вы обратите внимание, то туловище у вас гораздо меньше. Вот так и должно быть. Хорошо наполнив туловище, я снова наполнитель придерживаю средним пальчиком, отмечаю начало 18 ряда и буду чередовать, делая убавление в очередной раз. В этом ряду 18 мы будем чередовать, провязывая то столбик, то убавление, то столбик, то убавление. И тем самым сокращая петельки, снова на 6 петель в ряду у нас сократится вязание. Итак, находим первую петельку и вяжем в нее первый столбик без накида. Далее из второй и третьей полупетельки мы делаем убавление, провязываем столбик лишь только за передние полупетли. Вот так мы будем чередовать еще 5 раз. Столбик, затем делаем убавление. За 2 передние полупетельки захватываем. Это второй раз. Далее снова столбик, убавление, третий раз. Мы убавили 3 петли и еще самостоятельно 3 раза сделайте столбик убавления до конца этого ряда, то есть пока не дойдете до маркера.
Довязали до конца ряд, привытащили ниточку и вытащили маркер совсем. Он нам, в принципе, уже не нужен. Нам лишь только останется провязать 6 убавлений подряд. То есть из 12 столбиков у нас по итогу 19 ряда останется всего 6 петелек. Но для начала я вам предлагаю снова взять наполнитель и ножнички. Но это я возьму ножнички, мне так удобнее. И буду донаполнять, то есть вот эти вот боковые отверстия. Вот так вот сейчас вам покажу. Все от меня убегает. Вот. И сейчас я вот так вот продолжу ножничками, придерживая пальчиком, донаполняю все отверстие для того, чтобы полностью нам закрыть все петельки и закончить вязание туловища. Вот таким вот обычным способом я делаю наполнение по всем сторонам. То есть хотите, можете пальчиком проталкивать, но у меня, в принципе, отверстие достаточно маленькое, мне пальчиком неудобно, поэтому я использую неострые ножницы. Вот так. Все. Донаполняв наше отверстие, мы провяжем 6 убавлений подряд. Донабивав наши туловища, я теперь не ставлю маркер, а просто делаю 6 убавлений подряд. При этом придерживаю средним пальчиком наполнитель и делаю первое убавление, захватываю 2 передние полупетельки. Затем второе убавление подряд. Затем третье убавление и так далее, пока не закрою, получается 6 петелек у нас должно остаться. То есть я 6 закрою и 6 петелек у нас останется в конце провязывания этого 19 по счету ряда. Итак, четвертое убавление, пятое и шестое. Довязав шестое убавление, у нас получилось 6 петелек по кругу. Я оставляю небольшой краешек ниточки, перевытаскиваю, отрезаю и вставляю вот эту ниточку, краешек в иголочку, для того, чтобы нам закрыть отверстие и не оставалось ниток вообще. То есть мы не будем здесь оставлять ниточку, как на голове длинную, мы просто закроем вот это отверстие. Это у нас будет располагаться здесь хвостик, поэтому находим первую полупетельку и вводим в нее иголочку, затягиваем раз, пропускаем следующую петельку через одну, получается, вводим, затягиваем второй раз, через одну затягиваем третий раз, и все, и хорошо затягиваем полностью наше вязание, выводим где-то в боковой стороне, то есть вот так. Сейчас я еще вдену в иголочку ниточку, я оставила слишком коротенький краешек ниточки для моей иголочки, как вы видите. Но я еще буквально несколько раз для того, чтобы закрепить ниточку, повдеваю вот так вот боковые стеночки по ходу, ну, вот так как бы попрячу их, то вводя то в одну стеночку, то во вторую, и все. В принципе, вот этот хвостик нам нужно будет прям под корешочек отрезать, чтобы он нам не мешал. И наше тельце готово. Туловище и голова готова, теперь я предлагаю вам сделать лапки. Для этого берем ниточку темно-коричневого либо черного цвета на ваше усмотрение и делаем такое же кольцо амигуруми, как мы делали в начале вязания головы и тельца. Делаем закрепительную первую петельку и колечко набираем привычное для нас 6 столбиков без накида. Ниточка темная, но по желанию вы, скажем так, слушая и вспоминая, как мы вязали начало кольца амигуруми на голове и туловище, сможете самостоятельно это сделать. Итак, первый столбик в колечко, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый и шестой. Придерживаем крайнюю петельку и стягиваем наше колечко. Стягиваем точно так же, чтобы не было никаких дырочек по центру. И начинаем вязать второй ряд. Второй ряд у нас точно так же, как и в первый и второй раз мы вязали детальки. Это прибавление в каждую петельку провязывания по 2 столбика без накида. Находим первую петельку и в нее вяжем прибавление первое. 2 столбика без накида, первый столбик подтягиваем хорошо и сюда же второй столбик. Параллельно, как всегда, я буду завязывать вот этот краешек коротенькой ниточки нашей. Связали первый столбик и вот сюда второй столбик. Далее в следующую петельку вяжем точно так же первый столбик и второй столбик. Будет немножечко тяжело, потому что ниточка темная,
И в третью петельку первый столбик и сюда же второй столбик. Далее я бросаю хвостик, больше не буду его завязывать. В следующую петельку, четвертую, вяжу 2 столбика. В пятую петельку вяжу 2 столбика. И в шестую петельку вяжу снова 2 столбика. То есть мы, провязав второй ряд, получили по кругу 12 столбиков без накида. Довязали прибавление, и теперь я предлагаю вам вот этот хвостик закрепить и убрать, чтобы он вам не мешал. То есть деталь достаточно мелкая, чтобы вам лишние, как говорится, ниточки не мешали. Мы имеем сейчас 12 столбиков. С последнего прибавления, последнего столбика, я предлагаю вам снять макушку, то есть прираспустить, то есть как бы вы не довязываете последний штрих. Вот, не последнюю верхушечку не довязываете, а довязываете уже ниточкой розового цвета. Вот так. После этого нам сейчас по кругу эти 12 столбиков нужно будет провязать уже ниточкой розового цвета. Я параллельно сейчас буду прятать хвостик черного цвета, он мне больше уже не нужен. И продолжаю вязать только лишь розовым цветом. Находим первую петельку ряда и вяжем первый столбик без накида. Ниточкой розового цвета, обратите внимание. Подтягиваем ее хорошо. Далее находим вторую петельку и вяжем ниточкой розового цвета. Черную я просто уже завязываю, мне она не нужна. Буквально связав первых 3 столбика подряд, я отрезаю ниточку черного цвета, мне она уже не нужна. И дальше продолжаю вязать лишь только розовым цветом по кругу первый ряд. Полностью 12 столбиков без накида в каждую петельку по столбику. Вот таким вот образом. Далее отрезаю ниточку черного цвета вот так вот. И все, довязываю до конца ряда ниточкой розового цвета. Здесь конец начала ряда хорошо виден, так как смена цвета, она имеет такой как бы порожек. Вот этот порожек, дойдя до него, мы заканчиваем вязание. Вот мы дошли до, скажем так, первого провязанного столбика. Теперь предлагаю вам ниточку розового цвета подтянуть и точно так же продолжаем провязывать второй, третий и четвертый ряд. То есть нам нужно всего ниточкой розового цвета связать 4 ряда, образовавшиеся после второго 12 столбиков без накида. То есть над первым столбиком я вяжу первый столбик, над вторым столбиком второй столбик и так далее. Это мы начинаем с вами вязать второй ряд розовым цветом. Всего нам нужно связать 4 ряда. То есть третий и четвертый еще довязываем самостоятельно. То есть сейчас я вам вкратце расскажу, что мы сделали. Вам, возможно, сейчас непонятно, так как я пытаюсь вам и объяснить, и вязать одновременно. Мы набрали ниточкой черного цвета кольцо амигуруми, связали в него 6 столбиков, затем в каждую из петелек 6 столбиков связали прибавление. В конце эти 12 столбиков по кругу мы провязали ниточкой розового цвета первый ряд. Затем начали уже второй ряд вязать 12 столбиков. Третий и четвертый нам нужно связать самостоятельно. Это и будет связана наша лапка. И параллельно я завязывала краешки ниточек для того, чтобы мне их не прятать. Если вы не завязывали, то зафиксируйте их с внутренней стороны. Хоть узелочком, в принципе, никто ваш узелочек с внутренней стороны не увидит, ничего страшного. И все, продолжаем вот так вот вязать третий ряд и четвертый. И все, это и будет наша лапка. Таких лапок нам нужно сделать 4 штучки. Пожалуй, это одна из таких вот мелких, очень, скажем так, щепетильных работ. Вот эти хвостики ниточек всегда прячьте, отрезайте, чтобы они вам не мешали по ходу вязания. Они отвлекают очень сильно внимание, поэтому делайте максимально все, скажем так, аккуратно и по ходу работы прячьте краешки ниточек. На уровне вот этого порожка смены цвета у вас должен закончиться четвертый ряд розовым цветом. Далее в первую петельку делаем соединительный столбик или соединительную петлю. И вытаскиваем ниточку где-то сантиметров на 15, можете чуть больше, чуть меньше. Эта ниточка нам нужна будет для того, чтобы пришить ножку. И для удобства, сделав соединительный столбик, через эту же петельку вытащите краешек ниточки. То есть как бы соединив вязание, замкнув круг. Вот это и есть лапка. Вот такие лапки нам нужно сделать еще 3 штучки.
То есть в общей сумме у вас такие 4 лапки должны получиться. 2 передние, 2 задние. Они получаются, возможно, немножечко бочкообразные, но ничего страшного. Вы потом после пришивания, скажем так, все у вас станет на места и будет все красиво и аккуратно. 2 пары готовы лапок, готова голова и туловище. И до встречи во второй части, где мы с вами продолжим вязание свинки.